Фокусы с картами обучения от моряка снова с вами на прямой связи. Привет, друзья! В этом видео я хочу рассказать вам и показать очередной фокус небезызвестного Эдварда Марло, который называется «Три карты Эдди». Что ж, давайте смотреть. Ну что ж, друзья, давайте сыграем с вами в игру «Три карты Эдди». Но для этого вам не нужно, как в трех картах Монте, следить за картами. Вам нужно всего лишь знать, сколько букв в каждой карте. То есть 3, 2, туз. Сколько букв в каждой карте? Туз, 2, 3. По-моему, по 3 буквы, верно? Что ж, окей. 1, 2, 3. Вам, уважаемый зритель, нужно сейчас будет произносить по одной букве. То есть, допустим, Т, У, З. А я буду пролистывать по одной карте. Посмотрим, что у нас получится. Итак, начнем с туза. Т, У, З. Щелкнем пальчиками. Да, действительно, появляется туз. Дальше. Двойка. Два. Д, В, А. Щелкнем пальчиками. Да, действительно, появляется двойка. Т, Р, И. Щелкнем пальчиками. Появляется опять же туз. Наша троечка исчезла. Ну что ж, друзья, вот такой вот легкий и прикольный фокус от Эдварда Марло. Прежде чем мы перейдем к его изучению, хочу вам порекомендовать прямо сейчас подписаться на мой канал и быть в курсе всех последних событий. Для этого прямо сейчас кликните по иконке с изображением кораблика и поднимайтесь ко мне на борт. Ну а мы тем временем переходим к обучению этому фокусу. Итак, друзья, давайте посмотрим, как выполняется этот фокус. Как я уже упоминал ранее, в многих фокусах Эдварда Марло используются такие полушулерские методы. Этот фокус как раз яркий пример этого направления Эда Марло, да, когда ты используешь какие-то полушулерские способы. Итак, для того, чтобы выполнить этот фокус, берем 4 карты. Двойку, тройку, туза одной масти и туза другой масти. Ну, эффектнее, конечно, когда красное сменится на черное. Поэтому я взял черви и пики. Значит, кладем туза. На него кладем другого туза. Кладем двойку. Кладем тройку. То есть наша карта выглядит сейчас вот таким вот образом разложена. И они лежат у вас где-нибудь в нагрудном карманчике, да? То есть вы их из нагрудного карманчика достали и сразу же начинаете зрителя забалтывать. То есть сколько букв в каждой карте. То есть для него это такое небольшое смятение. Он, может быть, сначала не поймет, что вы имеете в виду. Либо поймет и начнет сразу вспоминать, сколько букв. И вы сразу же по словам произнесете 3, 2, туз. Сколько букв в каждой карте. То есть он начинает думать именно об этом. Здесь у нас 2 туза, да? Значит, туз, 3 карты, 2, 3, точнее, туз, 3 буквы, 2, 3 буквы, 3, тоже 3 буквы. Показываем. Окей. Значит, он допер, да, говорит, ну, говорит, 3 буквы в каждой карте, да. Вы окей. Подносите руку вот таким вот образом. Сдержим карты. Подносим руку вот таким вот образом, чтобы зритель, смотря вот сюда, вот, видел только вашу руку. Подносим, быстренько вот так вот поднимаем тройку, вверх большим пальцем вот так вот ее выдвигаем наверх, вот так вот переворачиваем и в ладони вот так вот вкладываем. То есть получается, наш зритель сейчас смотрит и видит вот это. То, что снизу одна карта выдвинута, он не видит. Мы начинаем это подравнивать, руку подносим к краю стола, начинаем подравнивать вот так вот. И эту карту, он ее не видит, да, мы ее сразу же вот так вот сбрасываем под стол. У нас остается 3 карты. Давайте еще разок посмотрим. То есть туз, 2, 3. Сколько букв в каждой карте? Туз, 2, 3. 3 буквы, верно? Верно, окей, хорошо. Туз, 2, 3. Давай будем пролистывать. Мы говорим теперь зрителю, давай будем пролистывать по одной карте, а ты будешь называть по одной букве, да? То есть первый раз, вот самый первый раз, вам необходимо сдвинуть 2 карты. Это такое движение, вот как в МСЛиканте, да, когда мы пальцем сдвигаем сразу 2 карты. Итак, мы говорим. Зритель, к примеру, говорит Т.
Ну, сначала, конечно же, скажите зрителю о том, что давай начнем с туза. Он, окей, Т. Вы сдвинули две карты, взяли их как одну. Вот они, две. Положили наверх. Дальше он говорит У. Сдвинули, положили наверх. З. Сдвинули, положили наверх. Щелкнули пальцами, перевернули. Да, действительно, это туз. Далее. Д. Сдвинули. В. Сдвинули. А. Сдвинули. Опять щелкнули пальцами. Появилась двойка. Остается три, да? То есть Т, Р, И. После чего вы делаете переворот карты и показываете зрителю, что тройка исчезла, а остался туз-пик. То есть можно также показать ему все карты, что все карты нормальные, ничего тут не подклеено, не склеено. Вот такой вот трюк Эда Марла, который называется «Три карты Эдди». Точнее, я его так называю, этот трюк. Ну, как вы поняли, собственно, такую штуку можно применять и в играх, да? То есть, ну, на практике я, конечно, этого не делал, но теоретически такое возможно. То есть, к примеру, вы играете, там, не знаю, в какую-нибудь игру, где у вас две карты, да? Одна карта у вас, к примеру, спрятана вот здесь вот на колене. То есть, вам приходят две карты. Вы хотите, к примеру, тройку сменить, да? То есть, грубо говоря, что вам нужно сделать? Вам нужно тройку положить вот сюда, чтобы она была верхней, и вот так вот закрыть. После чего под столом как-нибудь, не знаю, спальмировать карту, взять, посмотреть, после чего троечку взять, скинуть и карты вернуть на стол. То есть у нас уже произошла подмена, мы тройку подменили на туза. То есть такой вот вариант возможен, если хотите, можете тоже его потренировать. Ну что ж, друзья, на связи с вами был Куликов Сергей, он же Моряк. Если ты до сих пор не на моем судне, то добро пожаловать на борт, просто кликни на иконку с изображением корабля. Ну что ж, всем удачи и до встречи в следующих видео. Пока!